Одесситы снова доставали надувные матрасы, дождевики и резиновые сапоги. В результате сильного дождя 26 августа некоторые улицы города были полностью залиты водой. Больше всего не повезло районам Таирова и Черемушкам. Подтопило территорию промтоварного рынка 7-й километр. Там с последствиями непогоды боролись 4 помпы и пожарная машина, однако дождевые потоки успели залить часть торговых рядов. Кратковременный, но залповый дождь дошел даже до жилых домов и магазинов. Мы в Кадоре на Каманина, конкретно 27-й жемчужине. Чтобы вернуться домой, обязательно кидаем монетки. Это у нас местное развлечение. Хотел слепого пиццу заказать, но тут дождь идет. Уже внутри. Жесть. Когда не унываешь и ищешь плюсы даже в том, что затопило дорогу. В соцсетях одесситы рассказывали, что в некоторых местах, где было очень глубоко, глохли автомобили. Улицу пешеходы переходили по пояс в воде. Однако дождь быстро закончился, и вода стала сходить. Коммунальное предприятие «Городские дороги» вывело на проблемные участки 36 единиц спецтехники и 270 сотрудников. Если небольшой дождь заставил Одессу несколько часов плавать, то что же будет с городом, когда непогода придет на несколько дней? Вопрос все еще риторический.